В этом году «Торпедо» начало не ахти. 4 поражения к ряду. Предстоящий матч как никогда важен для главного тренера команды Игоря Чугайнова. Ведь еще одно поражение может теоретически обернуться его отставкой. На первую тренировку после 4-го поражения к ряду команда Игоря Чугайнова вышла спокойной. Но первые впечатления обманчивы. Для наставника автозаводцев, кажется, настал предел терпения, и под горячую руку лучше ему не попадаться. А, умею я вот так вот расслабленно, сколько раз уже, может, тебе 20 лет. И раз за разом, уже сколько мы из-за этого получили, родит. И продолжаю все делать, можно собрано подходить к моменту, к этому, а? В непростое для команды время за работой Чугайнова особо пристально следит все руководство «Торпедо». Президент клуба Александр Токманов помнит его, когда тот был 15-летним юношей и подавал большие надежды. Нынешняя работа футбольного специалиста хорошего настроения не дарит. Я думаю, что, конечно, Игорю надо еще над собой работать. Наверное, больше, может быть, быть психологически устойчивым. Вот, более психологически устойчивым. Ну и в каких-то моментах, наверное, более жестким и требовательным к игрокам. Я говорю, столетиями можно тренироваться, если расслабленно все делать, так как шалей-валяй. Приходится Чугайнову отвечать и за болельщиков «Торпедо». То и дело, с трибун черно-белых летят то снежки, то нелицеприятные лозунги в адрес соперников, особенно любимой в кавычках «Алании». Но своих Игорь Валерьевич не бросает и даже защищает. Ну, покидали они снежками. У нас сейчас снег везде лежит и кидаются не только наши болельщики. Наше-то покоя все не дает никому. У нас там кинул 10 человек, а где-то кидают тысячами. И ничего, не только снежками, но и бананами. Несмотря ни на что, должность тренера «Торпедо» Чугайнов получил не за красивые глаза. В этой команде он начинал свою успешную карьеру игрока. Повесив бутсы на гвоздь, Игорь Валерьевич проявил себя в качестве наставника юношеской сборной России. Когда руководство клуба 2 года назад поставило цель поднять некогда великое «Торпедо» из низов российского футбола, кандидатура Чугайнова была утверждена единогласно. Это, наверное, первый такой опыт работы на результаты, причем результат не в достаточно простых условиях. И тот же выход из второй лиги в первую и попадание в восьмерку, я считаю, все-таки опыт достаточно большой. Чугайнова часто спрашивают, не хочет ли он попробовать себя в другой команде, где условия получше и перспективы побольше. Менять место работы наставник «Торпедо» во всяком случае пока не собирается. С нынешней командой ему есть еще к чему стремиться. К тому же молодому тренеру очень дорога атмосфера внутри коллектива. Это прежде всего диалог футболист-тренер. И мы достаточно откровенны с футболистами, и они с нами. И где-то приходится и жертвовать чем-то своими интересами. И ребята идут на эти жертвы, и мы, тренеры, тоже. Поэтому у нас в взаимном уважении, доверие друг другу. Саш, Саш, вот ты когда тебе позвоночник сломаешь, у тебя левая нога есть? Но здесь это упражнение уже в другую сторону. Больше левой ногой работает. И партнеру даю под левую ногу. А вы все крутите, говорю, все под правую, говорю. Левая нога тоже у футболиста есть. Пока же задача у тренера автозаводцев из серии «Миссия невыполнима», но попробовать можно. А именно закончить турнир ФНЛ в группе А не ниже 4-й позиции и попасть таким образом в стыковые матчи за право попадания в премьер-лигу. Ну, надо готовиться к следующей игре, жизнь продолжается. И если мы сейчас просто опустим руки и повесим нос, передастся это все ребятам, поэтому мы готовимся играть дома, играть в «Шиннику». Дмитрий Лузган и Алексей Гудков. Все включено.